стать регбистом московской славы. Ну, сейчас, я думаю, Монинцы будут выносить мяч ногой. И мы видим то, что проигрывают схватку подмосковные хоккеисты. Еще одна возможность у Славы для того, чтобы открыть счет в этой встрече. Нужно быстрее двигать мяч, еще бы одну передачу осуществить. И сейчас мы должны с вами увидеть первую попытку в этой встрече. Есть 5 очков для московской Славы. Виктор Ткаченко отличается. Никущенко за то, что тот не успел откатиться. Дать возможность мячу выйти. Секисов после розыгрыша врезает в своих соперников. И вот посмотрим, как сейчас Слава будет действовать в обороне. В принципе, по габаритам у нападающих в этой встрече есть преимущество у москвичей. Соответственно, могут они и понаглее действовать в произвольных схватках, в защите. И вот сейчас Алексей Брызгалин вновь свистит. И я вижу, что полез он в карман за горчичником. Выписывает он его. Монинцам достойно сыграть в собственно назначаемой схватке. Есть движение вперед в исполнении подмосковных регбистов. Перов ждет, не торопится с выходом мяча. Успели перестроиться в атаке Монинцы. Кукишев на ложном движении пытался уйти от соперника и чуть было не занес он мяч в зачетку. Ох, отлично, как Перов придумал! Блестяще! Все исполнил Перов на парусник. И Слава уже совсем скоро будет действовать в полном составе. Кукишев отлично натянул линию, доводит до края мяч Монинцы. Пытается обострить своими действиями игру Александр Никитин. Перов выводит на Чагадаева. Чагадаев очень мощно сейчас продвигается вперед. Живатов. Кукишев. Дальше необходимо двигать мяч. Есть лишний на краю у ВВА Подмосковья. Но зачем этот лишний Сергею Секисову, очень крепкому и мощному спортсмену, который не... На сей раз точен Денис Кукишев. И счет становится 12-5 в пользу хозяев. Кукишев на линии получает передачу Николай Горошилов. Вновь Кукишев. Дальше и на руках до края нужно Монинцам мяч доводить и заносить попытку в зачетку московской Славы, что сейчас и делают. Наигрывали, посмотрели на своих новых игроков, на молодежь. И мы видим, что вот как раз один из новичков ВВА Подмосковья, Герман Гадлюк, вновь очень ярко действует на поле. Если бы не поскользнулся сейчас Гадлюк, то была бы попытка. Но эта попытка случится сейчас, потому что с мячом оказывается Евгений Матвеев, который не оставляет. И точен Денис Кукишев. Достаточно сложно. Мол, летчики и двигаются этим самым молом. Двигаются регбисты ВВА Подмосковья. Отлично у них получилось сейчас создать мол. Ну вот сейчас мяч уже на земле оказывается. Нужно его доставать. Был скол мола в этом моменте. И попытка. Еще одна попытка. По-моему, берет разбег Денис Кукишев. И точен Кукишев вновь в исполнении реализации. Набирает он. Живатов. Кукишев дальше на нападающих. Тришин набирает ход, успевает мяч все-таки отдать своему партнеру. Перов. Естественное преимущество на краю у Монинцев. Отлично. Пшеничных бежит вперед. Удар себе ногой на ход. Романов успеет положить попытку. Есть! Красивейшая попытка в исполнении Александра Романова. Место туда, за спины всех своих партнеров. А Кукишев по ветру мяч посылает. И он очень удачно пересекает. Не дает сопернику этим самым мячом владеть. И зачастую это и есть цена победы. Наверное, самый главный фактор. Сидоров не стесняется, сам бежит вперед, бьет мяч ногой себе на ход. И Слава оформляет попытку. Буквально
зеркальную.